Всем привет! Это вопрос-ответ, шестая часть, по-моему. Ну, пофиг, будет шестая. Ну что же, начинаем. Так, я уже не помню. Сейчас начнем комменты читать. Во-первых, это видеоролик с маском по... Я сейчас мне голова болит, если честно. Испанский стыд. Я хз, что это? Это не испанский стыд. Какого, блин, нафига? У меня должно было выбраться... Сейчас я поломаю систему, естественно. Да и пофиг. Да, бог с ним. Пойду через прилогу. Досмотреть. Этот видеоролик затянется. Ой, как надолго. Я остался сказать. Черт. Лина. Что за бред в реки попал? Да я сам хожу. Могу себе купить и спасать. Возьми кулак и скажи, сейчас убью. И комп обосрется и угомонится. Понял, я это сделал, как только прочитал. Поездка по музею. Не-не-не. Хеха, за что это? Кажись, у меня быстрее голова расколется. Екатерина. Зону 7 статья вышла. Как переводится, я не буду писать. Читуть у нас. Естественно, комментов нету. И да кто найдет мой ID в этом видеоролике, того лайкну. И этому раскидывали 3 лет, его все знают. DC. Башка болит. Нахуй, что это, поэтому иди заедем. Вот чтобы... Я, кстати, если что, хз, почему я не разрешил именно... Просмотр, но будем считать то, что... Он... Ну, естественно, я моё, тут нету этого. Я что, буду зарядку? Почему это еще ролик у меня на канале? Это надо удалить. Все, теперь не буду придержаться, не случайно. Снял блок. Ну, короче, будет типа вот тут у меня был рубрика вопрос. Че глянем когда. Степы. Блин.
О, блин, я забыл. Это было 7 месяцев назад, значит, это все. Пятая часть. Нереально, блин, а где сама пятая? Я думаю, что... Твою ж мать, и реально тут нету. Ну что же, всем гудбай, я в монтаж.